Ну что, давайте попробуем воспользоваться моментом и поработаем с этим шкафом. Ну давай, давай! Блин, а почему он пошел туда? Офигеть. Не, реально, почему он ходит там? Я вообще сюда пойду. А вот здесь мы с вами сможем использовать эту флешку. Есть! Отлично. О, да. Громовой ястреб. Письмо членам Старс. Крис Редфилд. 29 августа. Так, прикольно. Ну что ж, наверное, отсюда теперь можно забрать все, что мы здесь с вами должны были взять. Тут у нас, между прочим, есть вот такой спрей. А, здесь у нас есть кустик. Вот так. Так, и что еще? И световая граната. Так, ну где он? Да блях ты, муха! Ах ты, ё-моё! Давай, 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 давай! Ну давай! Он идет. Он идет. Давай, 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 давай. Ух. Офигенно. Ребятки, живем. Так, что у нас тут? Часовая башня. Вот, кстати, здесь мы с вами сможем отыскать второй блок в щиток. Используем. Так, отлично. А, вот. Блин, топает. Так, маленькая шестеренка. Наверное, куда-то она пойдет сюда. Да? Ну? И? Ладно, подожди. Сейчас мы с вами посмотрим, что у нас тут.
порох. Причем много пороха. Ну, давайте попробуем тогда вынуть отсюда. Взять ее с собой. Так, 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 подожди. Поднимаемся наверх. И вот здесь попробуем вставить в этот механизм. Ребят, то, что надо. Давайте откроем. Есть. Так, теперь нужно посмотреть на карту. Здесь у нас будет восточная кладовая. Но я что-то не помню. Крыша. Блин, в упор не помню, где. Сейф. Нет, это не то. Вот, ребят, нам сюда. Потом сюда. И потом получается ниже. То есть нам, по идее, нужно выбраться обратно. Ну что, попробуем? Так, здесь мы с вами возьмем травку. Так, я вот думаю, может быть... Блин, он идет, он идет, он идет. Ладно. Ребятки, нам придется побегать. Погнали. Да блин, что-то я не помню. Так, здесь мы с вами спускаемся вниз. Так, окей. Блин, топает, топает. Идет за мной. Так, вот сюда. Блин, сейф! Сейф, сейф, сейф! Сейчас, подожди. Шесть влево, два вправо, один влево. Так, нет. Шесть влево. 11 вправо. И 2 влево. Нет? А, 6 влево, 2 вправо. 6 влево. 2 вправо. 11 влево. Вот так. Дульный тормоз для Матильды. И, блин, к сожалению, некуда его нам положить. Ладно, пускай тогда будет здесь. Сейчас я еще раз посмотрю. Так. Ну, нет, нет. Ну, в принципе, могли бы, наверное, использовать для получения большого количества патронов на пистолет, но, может быть, тогда... Побережем. Ой, топает, топает, топает там.
Так, еще раз. Комната смотрителя. Так, забегаем с вами вот сюда. Да. Да, ребят. Спускаемся вниз. Блин, он идет сюда. Так, вот здесь мне, конечно, очень не нравится. Потому что, думается мне, здесь у нас будет много проблем. Так, это у нас что? Объединяем. Доски. Это полная фигня. Так. И поворачиваем направо. Yes. Добрались. Добрались, ребят. А, доски нам, ребят, не влезли. Ну что, давайте тогда сюда. Здесь у нас есть возможность кое-что скинуть. Так, это мы с вами храним. Это вон туда. Громовой ястреб. Да пускай будет. Так, отсюда. Нам надо достать. Так, 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 так. Ну и, по-моему, получается все очень даже неплохо. Погнали. Вот он. Громовой ястреб. Так, куда здесь? Экзит. Блин, собака! Галима, это где? Есть. Блин. Алло. Ну вот и все. Так, бежим сюда. Да, здесь у нас будет щиток. Так, а подожди, а здесь у нас разве не было какого-то места, где можно было использовать ключ? Хм, ну ладно. Так. Так, первый и второй. Блин. А, вот. Пипец. Вот так-то. Давай теперь это все подбираем. Но это не объясняет слухи о приюте. Его спонсирует Umbrella. Какое интересное совпадение. Ты сказал, что это интервью о новом гранте Umbrella. Да брось, Аннет, всем на него плевать. Им нужна информация о G-вирусе. Откуда ты о нем знаешь? А также о сраной выгребной яме под улицами города, которая, по слухам, связана с вашей подземной лабораторией. Интервью окончено. Стерва.
А вот и стенограмма. Yes. Получили. Так. Записка Бена. Есть. What are they after? That's not good. Так, подожди. Выбрать. Да ты офигел! Да хорош, отстань! Блин, только не это! Блин, офигевшие. Ребятки, что мы с вами будем делать? У меня есть, в принципе, идейка. Блин, ну тварь, ну дайте мне отсюда выйти, мать вашу! Дай выйти! Так. Использовать. Давай сюда, блин! Ада, мне начинает надоедать. Второй раз подряд спасаю твою задницу. А ты что считаешь? Слушай, это не игра. Здесь, под землей, ничего не умирает навсегда. Я так понимаю, у тебя есть ключ? Да. И еще вот это. Я надеялся, ты сможешь объяснить, о чем здесь говорится. Возможно. Мне сперва ее нужно послушать. Давай выберемся отсюда. Ребят, я тремя руками за. Давайте отсюда сваливать.